Что, давай? Давай, Вань, рассказывай. Да, говори, нет. Где команда? Да. Как ваша команда будет называться? Лузеры. Я хотел сказать. Мера убитая. Может, Пинки Брейн лучше? Ты не думай над их названием, думай над нашим. Лёлик и Болик надо позвать. Во, бля. Так? Лёлик и Болик. Ну, что? Есть какая-то? Давай. Beautiful girl. Ой-ой-ой. Ну, Дюпа, держи. Правый угол. А ты куда разбегаешься-то? Один ноль. Давай, будь сучистить быстрее. Ай, блин, ты че? А че, мы по очереди? По очереди как? По очереди как? Пиранит. А че я? 1-0, Дюб. Поехали. Дюб, давай. О, блин, что за ударище. Рад. Да. Ну, а Дюб, ты в натуре, че сейчас на мой зато прыгнешь? Свисток можно, свисток? На удачу мне больше вариант нравится. Нижний Новгород. Ну, это сильно, сильно. Ну, это, знаете, не мой конек, если честно. Такой сборный я в жизни не бил. Ты серьезный? Погоди. Дюб, возьмешь, я кувыркаюсь. Был свисток, да? Вау! Взяли! Дюб, ну ты не взял! Я говорю, пенальти не мой конек! Ничего, Надюх, нормально все! Левый забью точно 100%. Я левый даже не добью, мне кажется. Просто ты чё, Дивей, блин? Вот это не снимай! Сейчас у нас пенальтиста поменяют, Дивей, тормози! Пыром бей! Пыром? Это что за пенальтист, а? Подъехал. А? Сразу видно, кто учредитель. Явно не ты. Ой. Ова! Сняли? Нет. Дивей. У тебя тоже якорь, да, есть? Вот он шанс. Надюх, ну я верю в тебя. Спасибо. Что надо было? Спасибо. Хорош. У них лево. Левая лучше правой. Сейчас заднюю порву, да? Почему 3-3? 2-2. 2-2. Как сразу бегал? Вот так вот бежать? Не надо дивиться. Готов? Ой-ой-ой. Нет. Нет, нет. Вар. Вопрос, а мы вообще добьем пяткой? Давай, главное замах побольше. Замах, как? Давай, встанем по центру. Говори ему что-нибудь, отвлекай. Да, Надюх. Уже третий свисток был. Да. Дюк, давай. Иди, ударь. Да, ты хоть гадай, падай куда-нибудь. Пятка, если буки меня уже забивают, он меня вообще еще. Вот именно что. Вообще-то это вратарь сборной. Ай, блин. А что такое? Неудобно, что ли? Прыгай. Неудобно. Сейчас опытная пенальтиста. Это она обманывает его. Двумя сейчас. Счет какой? Зачем ей правой ногой забивать? Дюб, ну это уже... Сейчас как? Ой-ой-ой. Это нелегко. Ну я сильно просто не хотел. Да? Сейчас смотри, выше туда полетит. А, да, свистка не было. Не было свистка. Не было. Вар, пусть вон, смотри, вар. Даже твой говорит. Вар. Не было. Идти не два? Дай шанс. Рефери, это. А, ему вот этот свисток. Ладно. Третий раз. Может, третий раз? Давай.
Ильза, давай, тащи. Мы психологически давим. Хватит тебя, блин, подаешься. А потом левой ногой. Ой, сейвище! Так, 4-4, сравняй. Только от штанги, да? Да, ты можешь стоять. Только от штанги, да? Либо от перекладины. Свисток. Да ну. Мне кажется, от перекладины нет легче. Думаешь? Ну, все, блин. Нам главное в перекладину же вставить. Да? А все уже. Дюб, ты нас сейчас чуть не похоронил. Есть! 4,5, у них у нас 4, давай. Давай, куда-нибудь попади. 4,5, 4,5. А сейчас Надюха забьет, смотри. Нет, а, я был гол. Шоркнул. Вы же слышали? Я, да, Надь. Вечеринка у нас. Ой. Приятно. Подай первый мяч, пожалуйста, сзади. Давай, наклоняйся. Я сейчас не посмотреть, будет мяч здесь. Можно было что, с разбега хочешь? Конечно. Шага, не? Давай нам быстрее, а то еще давай, хорошо, нам за это глаза. Свисток сразу, давай. Не подглядывай. Ай! Было близко. Попал? Да. Приятно? Очень. Давай, это же спорт. Ну, мою вострю, ну, пропусти что не упади, вообще не вид. Сделай вид, то, что туда читал. Стоит прям, знаешь, как, блин, в финале. Так не пропускай! Ну так нечестно! А что он в угол встал. Почему? Ты сказал, что ты договорился. Как он хотел, а, прочитать? Маску дай. А, точно. Хорошо. Оп! А, да, 4-5-4. Все, все. Хорош, гол, гол. Надюх! Я забила! Алло! Хорош, Надюх! Я как крыса какая-то, знаешь? Нам есть пробуют. Давай, до мяча не добежишь. 4. Нет, 6. Сколько? Ты как считаешь? Ну я считаю. Что считаешь? Сколько? Еще все, три, все, еще, здесь. Да, еще один, что, еще один, один, один. Да ты спокойно, спокойно, спокойно! Спокойно подбегай, вот так семени. Вы что, прикалываетесь? Не, знаешь, я даже не выпрыгнула. У меня, наверное, понимал, мяч ходит, знаешь, мяч, он куда-то идет, а я за ним. Все? Раз, два, два. Четыре. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Я сейчас упаду. Восемь. Девять. Десять. Мощно, мощно. Да, вот, где мяч? Бей его. Они готовились? Ты что, пьяная? Вань, зачем ты им скинул раньше времени задание? Они готовились. Чего? Фу, какой. Все, поехали. Раз, два. Ты как считаешь? Три. Я уже пять раз. Четыре. Пять. Воу. Шесть. Проблема? Семь. Восемь. Да быстрее считай, говорит. Девять с половиной. Поехал. Подожди. Да. У тебя самый опасный удар был. Че, проблемы? Ваня, это последнее? Ваня. Да, ну я делал все качественно. Ваня, ну ты видел, да, как быстро кружу? Дюб, ну если ты сейчас пропустишь... Значит, да. Я ровно, не знаю. Да, у нас? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Надюх, я слежу за ним. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ага. А ты чё? Новохладская.
Хорош! Ты как еще побежала? Я не вижу тебя. Лиза, ну мы проиграли, чуть не могу сказать. Мне пенальти, я рожу тебя. Я и буду наливать перед пенальти теперь. Мы ведем. Это последний? С носка? Думаешь? Я даже не знаю, как бить его. Головой. Вместе с мячом. Подъем и вот так вот. Надо было теннисный мяч хотя бы. А если такой пропустишь, то очень будет позорно. Да. Да они же джентльмены. Конечно. Ну один. Ну один пропусти. Че, свисток будет? А ты потом скажешь, не честно. Он, кстати, тяжелый, такой хороший. Да тут, о! Он тяжелый. Он тяжелый. О, педикюр, да, сейчас отлетел. Не, он тяжелый очень. Иди, пож... Да, он тяжелый. А, нет, так еще... Иди, попробуй. Я вообще не знаю, ты меня по центру поставить только, ладно? Подожди. Что это? Удар, Юг, раз, два, три. Я нормально стою по центру. А почему они закрытыми только? А чё он? Я тебе скажу, Дюк, когда он поставил мяч. Слушай, свисток, он разбегается. Дюк, правый от тебя. Я по звуку. Давай, у него друг. Разбег. Ну хорош, хорош. Вот это был ударь. Ты в другой угол ударил? Да. Все, не, ну. Да, я тебе скажу, куда бьет. Я по звуку пойму. Нечестно. А! Так. Бьет. Разбег. Так, не бьет. Два шага разбег. Два шага. Обманывает. Без комментариев. Разбег. Первый шаг. Второй. Мяч. Жди! Аааа! Ну ты чё? Ты не могла покричать, чтобы это... Справа, видишь, как я всё сделал? Да, грамотно, ладно, грамотно. Ну да, слил. Давайте друг друга поздравим. С дружбой. С дружбой. А спонсор нашего челленджа – Аэрофлот. Хотя ну хоть не проиграли, молодцы. Да. Давайте поднимемся. Спасибо за игру. Спасибо вам. Спасибо. Если бы не вратарь ваш, да. Мы бы выиграли. Дюб, да. Спасибо тебе. Если бы ваш вратарь, то мы бы тоже выиграли. Спасибо, Дюб, что нас от позора, так сказать, да. Спрятал. Между... Я подумал уже, думаю, сейчас тебе что-нибудь сделаю.